сказал. Да. Мы обнаружили, что из глины у нас кирпич, хотя я знал уже давно. Кто со мной за глиной? Не я. Даже я никому кирпич не нужен. Санёк, она и не так вообще обязательно нужна, эта глина. Её легко найти, где вода. Цена, откуда у нас электрические рельсы? Какие рельсы? У нас электрические рельсы, вот сам смотри. Где? Вот у меня. Откуда? Я вот в сундуке, ну ладно, пофиг, я пойду построю железную дорогу. Стой, сейчас бесконечно. Сколько у тебя рельс, Егор? 24. Стой, я посмотрю, как делать бесконечный источник золотых рельс. Каких золотых рельс, Диман? Ой, электрических. Ну это электрические. Ну не золотые же. Это золотая. О, тыквы. Вот там руби. Стой, Егор, не уходи сейчас. Пацаны, пшеницу забираем. Ой, я сдох. Пойду железную дорогу сделаю. Молодец. Так. Там. Так, я посадил арбуз. Арбуз? Я крыт. На тебе. Тварь. Это Егор. Любом. А ты где, Егор? Я строю железную дорогу. Да стой, мы сейчас бы. А вагонетку? Ща я, подожди. Дострою. Я не полеусь. Там, пропам-пам. Надо потом будет лаву добыть. Угу. Наверное, это последнее видео, потом будем играть в что-нибудь. Во что? Егор, ты рельсу пропустил. Где? Отойди! Не бей меня. Так, мне нужна вагонетка, чтобы проверять. Только ты на этом, Егор, не разгонишься. Ты хотя бы с горы сделал бы. Ладно. На горку поднимаешься и так спускаешься. Сейчас на большую горку. Или на некоторых местах просто поставь электрический рельс, чтобы разгонялось. Ну ладно, я так сейчас и сделаю. Сейчас я посмотрю. Тыква, да. Тыква! Пацаны, тыква растет. О, кошмар! Пшеница, пацаны, пшеница растет. О, может, не светящийся какого? Светящуюся тыкву сделать. А у нас арбузы растут? Понятно. Да. Я покатился. А как вагонетку делать? Вагонетку? А зачем тебе какой? Ягар. Чё? А зачем тебе этот? Как его? Кирпич. Не знаю. Сейчас кирпич сделаю. Нам хоть одна слизь нужна. Слизь. Нам один всего нужен. Ты снимаешь? Ой, да нет, чё? А чё так? Плохо. Сейчас час дня. Скоро в школе. Так уйди, блин, я поверяю. Всем спасибо, до встречи.